Вот, короче, появилась идея, куда все кирпичи убрать. Думаем на этом месте вырыть траншею глубиной 1,5 метра. После сразу. То есть вот здесь, вдоль. И туда убрать все кирпичи вот эти, которые будут от дома оставаться. А сверху землей засыпать, и получается будет ровный спуск такой. Чтобы никуда их не таскать. Ну и также продолжить вот до туда траншею. В этом году планы будут такие. То есть поставить забор вот здесь вот новый, обычный, вот такой же, как есть, только из новых досточек. И вот с той стороны, от тех соседей тоже, ну, профлист сделать.